Алиса, какие развлечения для мужчин в салониках женатых мужчин? Внимание на карту. Олимпийский музей, Греция, периферия, Центральная Македония. Хорошее развлечение. Алиса, включи мне, пожалуйста, хэви метал. У меня нет такой музыки, попробуйте что-нибудь другое. Я не могу пока, но скоро научусь. Алиса, включи, пожалуйста, U2 Elevation. Рекомендую не отвлекаться за рулем. Спасибо. Алиса, включи мне, пожалуйста, собрание сочинений Оззи Осборна. Программист Алексей обещал это вскоре запрограммировать. Но он мне много чего обещал. Например, жениться? Извините, пока не умею. Он всем это обещает. Алиса, какая погода в Салониках на завтра? Завтра в Салониках от плюс 9 до плюс 19 небольшой дождь. Алиса, а какая погода завтра в Екатеринбурге? Завтра в Екатеринбурге от минус 12 до плюс 8, ясно. Алиса, каков статус рейса SU-24-24? Извините, пока не умею. Алиса, сколько стоит новый Nissan Qashqai? По данным русской Википедии, Nissan Qashqai – компактный кроссовер, запущенный в массовое производство в конце декабря 2006 года. Алиса, сколько стоит Nissan Qashqai? По данным русской Википедии, Nissan Qashqai – компактный кроссовер, запущенный в массовое производство в конце декабря 2006 года. Алиса, какова высота горы Олимп? Высота Олимпа – 26 километров от основания. Алиса, проложи мне маршрут до Бургаса. Блин, прокладывает. Огонь. Маршрут пас, поехали. Алиса, открой мне браузер и найди последний обзор Игоря Бурцева. Видеоблог на платформе YouTube. Я знаю. И все. Алиса, каков курс евро по отношению к рублю на сегодня? Через 600 метров. 72 рубля 99 копеек. Алиса, какова стоимость дизельного топлива в Греции? Извините, пока не умею. Алиса, а что ты умеешь? Вот что знает Кинопоиск про мультфильм «А что ты умеешь?». С тыквенком никто не хотел дружить, так как он умел только расти. Но когда зверушки попали в клетку к волку, то умение тыквенка расти не по дням, а по часам очень пригодилось. Алиса, как правильно, шасси или шасси? Шассы. Алиса, какова моя текущая скорость? Спид-тест представляет собой приложение для тестирования скорости и качества соединения с интернетом. Алиса, кто написал «Прометей прикованный»? Эсхил. А я думал Софокл. Алиса, прочитай мне что-нибудь, пожалуйста. Здравствуйте. Сейчас плюс 20. Облачно с прояснениями. Алиса, прочитай мне, пожалуйста, что-нибудь из Софокла. По данным русской Википедии, Софокл – афинский драматург, трагик. Алиса, кто написал «Пой, богиня, прогнев Ахиллеса Пелеева сына»? Извините, пока не умею. Гомер!